каких-то положений, он явно в этом переигрывает Тараса Ивакина, потому что для него это выгодно. Это действительно так. Просто сколько мы снимаем и комментируем поединки армспортсменов, первый раз постоянно, практически в каждом раунде идет бой на связке. Это достаточно необычно для армспорта, чтобы весь поединок бороться на ремнях. Ну, не весь поединок, вот мы видим опять старт. Опять это же положение, Джон останавливает атаку Тараса Ивакина. Что теперь? Кто зарабатывает фол? Неужели Тарас зарабатывает второй? Нет, Джон Брезенк. Джон Брезенк отрывает руку от опорной ручки. Достаточно редкое предупреждение. Но именно оно сейчас увеличивает шансы нашего Тараса Ивакина к победе. Джон, мы видим, даже улыбается. Спортсмены в этом матче решили показать всю красоту армспорта. Были и разрывы, и отрывы локтя. Как будто специально спортсмены показали зрителям Украины все возможности армспорта. А в этом раунде, в этой схватке, в любом случае решится исход матча. Или еще один фол и спортсмен проигрывает, или чистая победа, другого не дано. Это самый финал боя, самое главное, ради чего собрались зрители возле экранов и зрители на площади города Ялта. Самые тяжелые минуты для Тараса, что же будет? Да, действительно, в любом случае мы сейчас с вами узнаем имя чемпиона мира среди профессионалов. Вот кто это будет, нам очень интересно. И давайте наблюдать за этим поединком. На лица спортсменов посмотрим. Действительно, какое напряжение. Сейчас решается маленькая часть их жизни, маленькая часть их судьбы. Кто же выиграет этот раунд? Спортсмены идут к таким поединкам годами. Тарас сказал, что это самое большое событие в его спортивной жизни. Действительно, это так, Тарас Ивакин. Мечтал о этом поединке, мечтал о этом бое. Он много сделал для того, чтобы именно он был соперником Джона Брезенка. Тарас Ивакин старался, он старался на старте выбить руку, выбить кисть Джона Брезенка, но Джон снова остановил, снова. Судья останавливает поединок. Сейчас мы увидим на повторе, что же произошло. В чем ошибка? Неужели Джон Брезенка или Тарас Ивакин? Кто? Тарас Ивакин зарабатывает второе предупреждение. И техническая победа Джона Брезенка. И вот он, сладостный миг победы. Джон Брезенк в очередной раз стал чемпионом мира. Уже не те эмоции, уже ему это привычно, но для Украины матч такого уровня и появление в нашей стране такого спортсмена – это огромное спортивное событие. Это событие года. О, я счастлив, я освободился. Я имею в виду то, что я тяжело работал для этого. Ждал этого боя несколько недель, и теперь все это закончилось, и я рад победе. Да, Тарас отстал на 2 очка, это так мало. Одна моя ошибка, и он бы выиграл. Ему нужно продолжать работать над собой, поработать там, внутри себя. Он лучший в мире, он на вершине. Ну, в общем, ему надо делать то, что он делает. Бой был очень сложный, но все-таки я немножко оказался немножко слабее. Надеюсь, в следующий раз я буду немножко сильнее. Он очень опытный, очень сильный боец, я могу сказать. То есть мне еще не хватает, кроме некоторых моментов силы, еще немножко не хватает опыта. Понимаете, какая интересная ситуация? В прошлый раз он боролся совсем по-другому.
Вот и завершился турнир «Бристоль Кап». Зашли к концу и съемки нашего фильма. Но уже завтра я, Андрей Шарков, и моя команда начнем готовить для вас новые турниры.